Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, и мы продолжаем играть в Don't Starve Together. Да, Don't Starve Together, блин. Чё я говорю? Don't Starve, Царство Гигантов, само собой. О май гад, был, руки лезут. Версия Познай Тьму, в которой мы познаем дзен тьмы, в общем-то. Темно, да, темно. Так, стоять. Нет. Плохой ночной монстр. Очень плохой. Где у меня, кстати, была построена вот она, научная машина. И сюда я побежал вроде как за едой или еще чем-то таким, да? Ну окей. Зонтик возьмем. Поедим. И я остановился по большому счету, чтобы дождик переждать. Уголь сжечь? Нет? Давайте веревку. Нормально. Ну, ненадолго. Оу. А, я же, кстати, в огне могу спокойно стоять. Да. А то я что-то забываю эту особенность Виллоу. Хорошо, пепел, все дела. Мне еще советовали пепел просто ложить и поджигать. Ну, не пепел, вернее, бревна. Надо будет попробовать. Но как-нибудь попозже. Пока что меня тут дождь вообще, конечно, мешает определенно. Очень даже очень. Но я думаю, мы все равно побежим тогда вниз. Что стоять, ждать с моря погоды? А это кролик. Совсем обезбашенный. До последнего ждал. Трава. Траву можно собирать, траву можно жечь. Ну-ка, если зажечь и постоять в ней, это ничего не даст. Я не греюсь нифига. Нет, я чуть-чуть греюсь. Отлично. А рассудок... Рассудок особо лучше-то не становится. Ну ладно. Это и не столь важно. Я по-прежнему еще цветов не насобирал. И мне вообще много всего нужно. Что мне нужно для... Так, свет. Да. Здесь в основном написано. Светляки мне нужны. Мне для этого нужна паутина. Для этого нужны пауки. Мне паутина нужна, соответственно, чтобы делать сачки. Тут что за гриб? Красный. А мне нужны зеленые грибы. Давайте подожжем деревца. Почему нет? Больше света. Погреемся. Сохнуть я буду в деревьях? Нет? Так, рассудок растет? Нет? Рассудок даже рос немножко. Занятно. Давайте посмотрим. Да, рассудок даже потихоньку растет под дождем. Я могу с зонтиком стоять в огне. Почему нет? Занятно. И температуру тела надо набирать. Ну ладно, это, конечно, такое занятие увлекательное, но... Но мне нужны пауки. Я хочу себе шапку, которая будет мне светить. То есть каску, да? А ее надо еще найти. Еще немножко рассудка восстановим. Плюс мне нужна еда, потому что голод совсем не тетка. А, давайте это маленькое деревце сожжем. Может, крота рубануть, я не знаю. Я тут мяско могу готовить? Нет? Ну ладно. Темно. Само собой. И почти что на рассудок насобирал. А? Опять гори. Ягодки. Зонтик, по сути, сгнил. Нафиг его тогда выкинем. И пойдемте. Температура тела опять падает. Есть охота. Я наконец-то могу сделать хотя бы венок. Чтоб хоть как-то замедлить, быть может, падение рассудка. Если оно замедлится. Я хочу найти пауков.
Почему я не сделал оружие? Вот в чем вопрос. Она не особо далеко от меня, научная машина. Но, в принципе, так. Проще, наверное, состряпать новые. Их несколько нужно. Сейчас где-нибудь состряпаем, чуть попозже. Темно, темно. Ягодки. Ягодки — это здорово. Так, давайте эту елку зажжем. Кстати, постоим, посушимся. Куст это я, конечно, зря жгу. Ну да ладно. Это не специально в любом случае. Кремень соберем. Соберем еще ягод. И где все пауки, когда они так нужны? Плюс у меня рассудок падает. И падает. А могу ли я рассудок себе в спальнике восстановить? Поспать просто в спальнике? Как вариант. А где-то куст, 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 куст. Вот куст. Отлично. Березки. Мне нужны паучки. Какие нафиг березки? Отлично. Окончательно высох. Подсветка довольно неплохая. Самое оно, как говорится. И пока что план очевидный. Найти пауков. Цветы я буду собирать просто потому, что хоть как-то рассуду капать. И тогда у нас одной базы быть не может. У нас будет, по идее, куча баз повсюду, где только можно. Пойдемте искать. Кто тут какие звуки издает? Кто-то какие-то занятные звуки издает. Это кроты, походу. Ну-ка, подсветим. Красный гриб. О, цветочки. И голод у меня все сильнее и сильнее прогрессирует. Но ничего. Сейчас остановимся на привал. Я думаю, за этим дело не станет. Но я все-таки стремлюсь найти пауков. Так, болото нашел. Кусочек болота. Угу. Занятно. Так, червоточинка. Ну, с таким количеством рассудка, как у меня, только туда и прыгать, конечно же. Где долбих пауки? Давайте факел сделаем. У него хотя бы подсветка получше. Вот еще золото. Ну-ка, попробуем. Нет, я хочу одно бревно поджечь и посмотреть, сколько оно будет гореть. Мне советовали в комментариях, что оно там довольно неплохо, довольно долго горит. Ну, сейчас и увидим. Но не так, чтобы очень долго. Все-таки. Но иногда этим воспользоваться можно. Чтобы не разжигать тут же костер. В принципе, довольно полезно. И где долбих пауки? Это, конечно, тот еще вопрос. Куда они все делись? Так, еще золото. Еще золото, окей. Давайте пожжем бревно тогда. Там лед. Лед мне вряд ли пригодится. Ночью я вряд ли замерзну особо. Я тупо буду ломать их, чтобы экономить время, пока светло. Отлично. И мне не мешало бы перекусить. Определенно. Ну давайте немножко отбежим. Может, я где-то тут пауков довстречу. В каких-то таких биомах они любят водиться. Но что-то не любят встречаться мне, по всей видимости. А, тут две елочки, да, блин. Гори, елка, гори. Тут еще золото. Отлично. По идее, надо уголь собирать. Что-то я их жгу и ничего не собираю. А, давайте. Костер. Так, рассудка не особо, да?
Что тут? Уже рука вовсю спешит. Иди нафиг, рука. Дров теперь не хватает, отлично. Быстренько дров добудем. Камня у меня вообще даже с избытком уже. Пока более-менее светит. Дровишки будем добывать. Дровишеньки. И еще дрова. И у меня уже голод совсем обуял. Пора бы... А лопата же есть. Еще и пенек выкопаем. Отлично. Шишку сюда. Давайте научную... Доставься ты уже. Научную машину поставим. Тут ягод приготовим. Пора бы уже покушать, само собой. Придется, наверное, все ягоды схавать. Это мы восстановим. Более-менее количество жизни. Отлично. Миско. Маленький кусочек. Цветы. Похилимся чутка. Совсем чутка причем. Давайте рассудок будем восстанавливать. Для этого мы сделаем веревку, которую зачем-то сжег. Сделаем копье, которое определенно пригодится. Тут у нас есть возможность вилы и бритву сделать. Кстати, вилы. Вот вилы очень нужны. Вилы пипец как нужны. Это наше топливо. Давайте выкапывать все, что здесь есть. Собирать и топить этим. В принципе, по-моему, неплохая идея. Прям что-то... Что, мне это раньше-то в голову не пришло. Такое довольно дешевое топливо получается. Накопать не проблема. И вилы тратятся на это совсем потихоньку. Да. Оп, подкинули. Без проблем. И по-прежнему не ясно, где у нас пауки могут быть. И быть может еще что-нибудь изучить. Что я еще могу такое изучить? Ничего такого, чего бы хотелось на самом деле. Так, не то. Продолжаем искать пауков. Движемся тогда куда-то туда. В светлое, так сказать, будущее. Мясо это съедим нафиг. Виллу сюда отложим. Идем искать пауков. Где-то они тут должны быть по-любому. Я в них верю, они где-то есть. Сделаем факел, а то обзор совсем маленький без него. И присмотримся к здешней фауне. Есть ли тут кто похожий на паука? Вот блин, когда не надо, их прям стадами ходят. А когда реально задашься целью найти паука, то да, это проблема сразу. Надо какой-то лесной биом найти. Хотя они в каменных любят тусоваться. Они везде любят тусоваться на самом деле. Ну, давайте потихоньку вычислять. Тупик. Отлично. Вычислили. Ну, бежим дальше. Кстати, зачем мне вот эта селитра? Нафиг ее. Пока место занимает. Тогда все-таки может быть прыгнуть в червоточину. Куда она может унести? Она, скорее всего, куда-нибудь сюда перетащит, да и все. А там, может быть, пауки есть. Как вариант. Но мы, скорее всего, лучше вот сюда сходим. Глянем, что здесь. Потому что надо двигаться, надо изучать все, что здесь есть. И я сейчас не смотрел под ноги, я мог спокойно какую-нибудь еду пропустить. А еда мне нужна. Да чтоб тебя. Давайте осветим тут все, что сможем. А, смогли мы осветить золото.
Ну-ка, успею сколотить ее. Успел. Золотишко вполне себе. Вполне себе сойдет. Ну, давайте тогда в червоточинку прыгнем. Почему нет? Ладно. Что нам терять-то? Рассудок мы теряем. И так, это неизведанная территория. Окей. Куда она закинула? Так, ищем пауков по-прежнему. А, вот и пауки, да? Ой. А вот как с ними бороться, это другой вопрос. Так, озерцо. Я их нифига не вижу даже. Так, факелом можно бить их? Все, что ли? Так, мясо монстра может мне вполне себе пригодиться. Сжечь я их могу, нет. Так, цветочек. Нет, сжигать мне их не нужно. Блин. Зря я их атаковал на паутине. Я их тупо вызвал сюда. Это не очень. Давайте воспользуемся вот такой вот возможностью. Так, это мы выкинем. Возьмем копье и разрушим. Что-то две паутинки. Ну, что-то как-то совсем не очень. Темно, темно, знаю. Едим. Опять дождь. Игра издевается. Она точно издевается. Ну ничего. Нам надо еще паутины. О, морковка. Еда у нас какая-никакая есть. И давайте, наверное, в этом краю мы тоже сделаем себе этот... машину научную. О, тут много морковки. Тут их несколько, по крайней мере. Ну, скорее всего, сейчас научную машину и сделаю здесь. Просто за тем, чтобы поджарить что-нибудь и сделать себе сачок наконец-то. Рассудок потихоньку восстановим, пока есть такая возможность. И ягод соберем. Ну и веточек немножко. Само собой тоже не помешает. И давайте тогда приступим. Костер. Костер у нас есть чем топить. Делаем еще одну машину. Для этого единственное, что нужно, дров. Рубим дрова. Выкапываем. У нас безотходное производство. О, нет. Где ты, гадость? Где? Блин, с двух сторон. Читеры! Блин, я ж не могу сразу от двух-то отбиваться. Че вы такие читерные? А, это отсюда крадется. Иди ты лесом. Хорошо. Так, давайте ягодки съедим. Морковочку поджарим. И я, кстати, мокну. Блин. А нафиг я тогда цветы схавал? У нас на зонтик из цветов сколько надо? Цветов 6 всего лишь. Блин. Ну ладно. Ставим пока что машину. Надо еще топливо нарыть. А то оно довольно что-то быстро тратится. И что я хочу сделать? Я хотел сделать... сачок. А это где-то у нас здесь. Что для его нужно-то? Так, роскошный веер, все дела. Так, я мокну по-прежнему. Весело.
Удочка есть. А, для ловли жуков. Окей, веревка нужна. Все, шикарно. Часть плана выполнена. Блин, как дождь жестко это все успевает тушить. Дальше нам нужно... Алхимическая машина нужна, соответственно. Алхимическая машина. Это вам не хухры-мухры, да? Так, материалы, конструкция. Где-то золотая дребедень. Штуковина, да? Камни. Каменный блок. Каменный блок. Одна, вторая штуковина. И я успешно мокну. А это не очень. Побежали, какое-нибудь дерево зажжем и встанем туда, как вариант. Нафиг, сушиться. Дерево уменьшилось. А где я сейчас, блин, зонтик-то соберу? Нигде. Хотя вон... Так, он рассудок уменьшает. Хотя... Хилит. Окей. Предположим. Трава. Так, не то. Вот тебя зажжем. А, успел собрать. Блин, я намокаю очень жестко. Просто очень жестко. И меня не сушит ни разу. Что плохо. Уголь. 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 Блин, 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 блинский. Где еще деревья? Ахаха. Как мне просушиться-то? Я же весь намок. Тупо ждать конца дождя. Надо было зонтик подготовить. У меня же, по идее, была такая возможность. Что-то я как-то не очень об этом побеспокоился. Надо быстренько найти. Найти еще цветов. О, светлячки. Отлично, молнии. По крайней мере, я светляков нашел. Это уже что-то. Но я намок уже пипец как, и это очень плохо. Так, я от холода умру, если я буду так это намокать такими темпами. Блин. Это проблема. А где вилы? Давайте вырвем то, что тут есть. Дровишки, блин, закончились. Заместо чего? Ну давай. Нет, гриб. Тогда все-таки нет. Слишком рассудок уменьшаешь. Мне бы этого сейчас совсем не хотелось. Мясо монстра приготовим. Хил. Так, он лечит, конечно, но все уменьшает. И это совсем не весело. Наш основной враг, это вообще, блин, получается дождь. Просто страшный враг. Топорик я вот сжечь не могу. Все равно от него толку нет. У меня рассудок просто в кашу. А вот это очень плохо. Если у меня сейчас рассудок сильно-сильно упадет. Дождь когда-нибудь уже закончится, нет? То все будет очень плохо.
Сушись хоть как-нибудь, хоть немножечко, я не знаю, ну. Что же ты сдаешься-то? Бери свою зажигалку. А, рассудок совсем мал. Чем его повысить? Тут стоять бесполезно. Плюс я еще мерзну с фантастически быстрой скоростью. Все может закончиться весьма-таки печально, я вам должен сказать. Надо цветы собирать какие-нибудь. Вот типа того. Чтоб хоть как-то рассудок капать. И надеяться, что все-таки дождь закончится. Ну блин, греться в горящей траве, это да. Это уже отчаянные меры. Делаем еще один этот. С рассудком вообще все плохо. Холод, холод. Но холод тут еще не основная проблема. У нас еще и кошмар появился. Все вдвойне веселей. Так, я вроде немножко отогрелся. Блин. Надо с ним драться, чтобы восполнить рассудок. Хотя бы дождь прекратился. Уже круто. Побежали, побежали. Цветочки соберем. Еще цветы. Это все равно мало. Еще. Все еще недостаточно. Так, крот. Крот, крот, крот. Еще крот. О, пауки. Пауки это здорово, но чуть позже. Давайте все. Тут гад идет за мной. Ну ничего. Опять огонь. Цветов тут больше нет. А жаль. Надо в любом случае отогреваться. Надо еще вот этих гавров победить. И надо сделать зонтик. Это теперь явно очевидно. Да ладно, опять рассудок в кашу скатился. Да ладно, не бойся ты. Сейчас восстановим. Оп. Делов-то. Блин. Не вовремя. Что нужно, что нужно? Где у нас машина-то эта стоит? Она вон она стоит. Надо что-то срочно изучить. К ней просто подойти, и все будет ок. К примеру. Морковку возьмем. Мясо монстра мне вообще категорически есть сейчас не советуется. Потому что рассудки так совсем нет. Так, что-нибудь изучить? Могу? О, отлично. Стена из травы. Самое то. Ну, тогда на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.